Минсельхоз Башкортостана и Объединенная зерновая компания подписали соглашение о взаимодействии в сфере торгово-закупочной деятельности и развития рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Документ подписан в Москве в рамках первого международного агропромышленного форума. Как отметил исполняющий обязанности вице-премьера республики, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, сотрудничество с таким крупным оператором обеспечит эффективный механизм грузоперевозки и транспортировки зерна за пределы Башкортостана. Ну и, конечно, в конечном итоге будет способствовать росту экспорта, а также расширению географии сбыта региональной продукции. Если в прошлом году мы поставляли в 15 стран мира, то у нас задача довести эту цифру к 2024 году до 50 стран мира. Поэтому мы возьмем очень большой охват тем потребителям, которым необходима наша продукция. Понятно, по зерну, не имея партнерских отношений и соглашений с крупными операторами, мы не сможем свое зерно вывозить. Как рассказал Ильшат Фазрахманов, в республике будет создан филиал Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов, его переработки. В его структуру войдет специальная лаборатория. Объединенная зерновая компания образована в 2009 году для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации его экспортного потенциала и проведения торгово-закупочной деятельности. В качестве вклада в уставный капитал ОЗК правительство России передало пакеты акций 30 предприятий, которые расположены в 18 регионах страны.